На клуб в Челябинске, где депутат устроил скандал во время рейда полицейских, возбудили административное дело. Заведению грозит наказание по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Напомним, инцидент произошел в одном из ночных клубов Челябинска на улице Пушкина. Депутат устроил скандал во время рейда полицейских по заведениям общественного питания. Он требовал сотрудников представиться и показать документы. Слуга народа уверял, что проходит частная вечеринка и закон никто не нарушает. Вам в квартиру, старший лейтенант, к вам в квартиру приходят, когда у вас там гости, там еще кто-то? По информации в соцсетях, именно в этот день праздновали открытие заведения. Проводить такие мероприятия сейчас запрещено из-за ограничений по коронавирусу. И вот пока правоохранители составляли протоколы, депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев требовал представиться и показать документы. Старший лейтенант, фамилия, имя, ваше, номер телефона, покажите, пожалуйста. Вы же обязаны представиться, нет? Нет, не обязаны. Ну идите отсюда, идите отсюда. По словам депутата, ночной клуб в этот день не открывали, а сюда его пригласил друг на день рождения. Знакомые сняли особняк в центре города, а на видео депутат просто заступился за девушку. И вот теперь заведению может грозить приостановка деятельности. Об этом сообщил первый вице-губернатор Ирина Гехт. МВД материалы в суд отправит уже в конце этой недели. Санкции в данном случае от штрафа до закрытия. Ответственность может ждать и депутата Марселя Хазиева за нарушение масочного режима.